Здравствуйте, друзья! Сергей Язовский, риэлтор из Аликанте. Где-то год-два назад, я уж не помню, я показывал инфраструктуру в Алтее Хиллз. Это отель, это школа, ресторан, детский садик. Решил продублировать. Почему продублировать? У меня сейчас камера получше, у нее стабилизация намного лучше, даже при ходьбе. Поэтому обновим наши знания об урбанизации Алтея Хиллз абсолютно в таком же ключе, как год или два назад, но с лучшими красками и лучшим качеством. О, какой я фразер. Понятно, да? Пошли. Зашли, видим опять нашу любимую гору. Заходим и наблюдаем. О, далее бар, кафетерий. Здесь же можно выпить пиво, сходить в туалет и, проходя через него, поиграть в бильярд. Видите, да? Там у нас, вот он какой у нас ресторанчик-то. И, проходя через него, попадаем на терраску. Так, здесь у нас понятно, да? Вот сидит постоянно мужичонка, чтобы никто не утонул. Здесь три бассейна. Это чисто детский бассейн. Детский. И там еще вечерний бар. Вот там народ там пьет, веселится и так далее. Там дальше теннисные клубы идут. А. То есть вот сидишь, приходишь со своим полотенцем, ложишься здесь и загораешься так. Кто-то кому-нибудь бассейн или кому-то нет друзья, разместились в отеле, а здесь вместе с ними тусуешься. Или отправил одних детей сюда, этот закрытый бассейн, который в зимнее время в нем купаются подогревом. Там же сауны и там же спортзал. Сейчас пойду вам покажу. Вот. У вас сезон такой. А? Сезон. Какие месяцы? А что такое сезон? Когда можно здесь купаться? А, здесь можно купаться. Народ купается с мая и заканчивает. Пошли глянем, что находится здесь, какой сервис еще. Так, спортзал, фитнес-центр. Спортзал. Соответственно, кто хочет, плавает в бассейне закрытом. А кто хочет, это мужские и женские раздевалки, там каждый по сауне, который вы чувствуете по запаху, они сейчас как раз греются. Здесь играют в снег. А здесь не общая сауна, Олег? Нет, мужчины и женщины делятся. Очень плохо. В Чехии масса общих саун, я туда ходил. И еще там секрет с голым мужиком, да, а должен быть извращенец. Не, ну правда там общие, я что? Понятно, друзья. Я добавляю всегда юмора в свой репортаж. А то скучно смотреть будет. Юмор, репортаж. То есть понятно, да? Вот это как раз то, что народ туда приходит, где пьют, где ест, где дети купаются и плавают. Все, друзья, мы прошли и показали вам сервис, который входит в оплату коммунидада годового. И вы можете бесплатно этим пользоваться. Уже все оплачено?